В Анадырском детском саду «Золотой ключик» прошел 6-й ежегодный фестиваль национальных культур народов Крайнего Севера «Снежинка на ладони». В этом дошкольном учреждении ведется большая работа по сохранению языка и традиций чукчи и эскимосов. И каждый раз фестиваль подытоживает годовую программу. В этом году, ставший уже традиционным, фестиваль прошел в форме отчетного концерта. Воспитатели, дети и их родители вместе готовились к мероприятию, разучивали роли, создавали декорации и костюмы. В подготовке фестиваля также приняли участие хореографы Дома народного творчества и преподаватели детской школы искусств. Сегодня в нашем учреждении, в детском саду «Золотой ключик», проходит замечательное мероприятие. Это фестиваль национальных культур народов Крайнего Севера «Снежинка на ладони». Показываем свой опыт. Показываем, какие знания, умения дети именно национальной культуры приобрели. И нам, конечно же, хочется сказать большое спасибо, что в нашей работе этой огромной участвуют, в изучении родного языка участвуют и родители, и педагоги Дома народного творчества. Воспитанники представили инсценировки чукотских сказок, читали стихи на родном языке, пели песни о чукотской земле и исполняли национальные танцы. Родители и гости фестиваля также смогли увидеть небольшую выставку детских рисунков, посвященную Северному краю. Детский сад «Золотой ключик» является пока единственным среди дошкольных образовательных учреждений города, где в игровой форме более сотни детей изучают чукотский и эскимосский язык. Да, ну расскажи немножечко о стихотворении. Инка, ты мне манен рэцикве. Самым активным участникам фестиваля были вручены грамоты. Фестиваль «Снежинка на ладони» проходит в рамках социального проекта «Родной язык – мое богатство». Главная его цель – сохранение родного языка и изучение детьми культурного наследия Чукотки. Яна Шикарева, Ярослав Сертун, «Вести Чукотки».